Пока третий. Еще полсекунды снимаем. Главное в автобусной остановке не ступить. Да, блядь, не успел. Круг. Доехать, блядь. Что за параж? А, блядь, сколько, 2 секунды. Омнимастер, ничего не изменилось с тех пор. Тройка впереди наш, как всегда. Блядь! Ха-ха-ха! Сука, блядь, трава! Я забыл, что здесь травы заносят. Не перетормаживай. Красный.
Слушай, иди сюда. Ага. Yellow flags, repeat, yellow flags. Да, давно я уже в Project Cars не ездил, а? Чувствуется. Чуть не пролетел. Yellow flag. The car stuck in the track. Try not to hit it. Дисквал почему не дает? Дала бы ему дисквал, да и пускай стоит. Что за бред? Четыре круга. Надо привыкать к этой проекту.
ahead. Repeat, yellow flags. Первая гонка после возвращения будет у нас на четвертом месте. Как-то так. Так, 80 секунд ждать не вариант. Так, а тут говно стоит, блядь. Как я их люблю, блядь. Стоячих вот этих. Зайдут в игру, блядь, и стоят. За официал рейс. Умни мастер. Что только одна машина, блин? Поставьте на выбор. Я его помню, умни мастера этого итальянца.
Так, пока ждет, я тут сбегаю, покурю. Как раз приду и будем уже. Они, наверное, запустят и как раз поедем. Я пришел, походу никто больше не пришел в нашу гонку, а уже идет квалификация. Что за трасса? Ух ты! Это BMW управляется, блядь! Я понял. Где на другу не засчитан, так она так и засчитана. Thank you.
конечно, управление. Нет. Вылетел с трассы. Сука. Фак. Давай, полосач.
хватит. Хватило на круг. Ай, бля, на 0-23. Ну все. Так, это мы на паузу, блядь. Извиняюсь. Как ты считаешь, если меня 3 раза подряд как в танках выебали, как собака, то стоит продолжать? Не знаю, я сегодня заходил, стримил где-то часок или полтора, а может и 2. Но у меня 60% побед, хотя я начал со слива вроде, точно не скажу. Хочешь, я сейчас еще 1-2 гоночки проеду, погоняем взводом, попробуем, или в армату, а тут все равно народу мало. Не, ну вообще танки же для этого и созданы, Леха, чтоб полный рот набирать. Вертел я эти танки. В армату можно сыграть. Я уже давно не играл в нее, кстати. У меня сегодня впервые за 3 дня в танках нормально что-то было. Ну, повоевал более-менее. После победы там набивал что-то, а то, блин, до этого вообще было жопа. Сейчас на победу 64. Думаю, не, выиграешь. А вот команда выиграет, а вот ты не знаю. А думаю, команда должна выиграть. Я сегодня сливал только исключительно, когда у меня процент был, ну, отрицательный. Когда положительный, я сегодня не просирал. Сегодня на удивление, я говорю, с первых 3 дней более-менее нормально.
Будешь проезжать или нет, блядь? Бля, меня сместили на второе место, пока я болтал. Ладно. Да ёпта, мать. Блин, после Формулы 1, блин, непривычно, блядь. Там тормозить надо поздно к поворотам, блядь. Здесь так тормозишь, как, блядь, улетаешь. Улучшаю, но только на 0,2. Я думаю, мне это никак не поможет. На 70 улучшаю. Это уже может помочь. Ну, а, блядь, все равно не хватило. Сколько ж там пол, блядь.
бай. БМБ тащи. БМБ надо пол вытащить. Йо. Топлива, походу, не хватит на последний круг. Фак. Я вижу, что топливо нема, не мигай. Понятно, 4 десятых просираю. Сколько кругов? Охренеть, одна десятая круг. Блять. Так. Попробуем еще раз быстренько выехать. А я не успею, да? Походу. Круг идет 2.12, а у меня время 3 минуты. 300 копейки. Бля. На. Одну десятую полную всрать, ну, обидно. Здесь заезд в бокс, вот это был.
механика так и не сделали в обновлении, да? Хреново. 2.12.4, 2.12.5, блядь. Одна десятая. Умнимастер без времени. Я знаю, что он может поставить классное время. Он почему-то в боксах стоит. В первом секторе выигрывают хорошо, походу. Так, минус один, кто вышел? Двадцать секунд. Десятая, хреново, блин. Обидно. GT4. Прогрев 5 минут, блядь. Thank you.
Тут 2.11, блядь. Там не мог 2.12.4 передвинуть, блядь. Тут 2.11. А, прогрев закончен. Что, на прогреве только я со временем пролетел? Там борьба сейчас за второе место. Блять.
мастер вышел на второе место. Итальяшка. Вот его стоит бояться, он хорошо ездит. Я его еще помню. Посеял, блин, секунду где-то. Точно просрал там. Кто-то сдался, вышел.
нахера делать 10 кругов, блядь? Это ж долго, блядь. Блять, опять в этой шикарной ошибся. Some of your magic and build a bigger gap.
eyes right on your gearbox. See if you can put a trick on him and slow down in the middle of the last corner and try and punch your way onto the straight and break the slipstream. Широко.
Бля, то квалу просрул в одну сотую. Вернее, в одну десятую. То, блядь, здесь. После Формулы 1 вообще не привык. Ночи. На Нюрбургринг. Чё на Ральфе? Будет кто-то создавать или нет? Mm-hmm.
отлично. Окладок. Старый, добрый. Так, кто еще поедет, тот. Заходите, гости дорогие. Заходите, гости дорогие. Так, ладно, пока не запустят, пойду я покурю и приду. А, что пишут? Окей. Окей. Видаль. Так, пускай не настраивает, то я пошел покурим быстренько. Шестой. А фиг знает, когда он будет. Никого нет.
Давайте, начинайте, а то я пойду в Формулу 1 15-ю катать. Zhuhai International с Китай. Что за трасса в Китае, я уже не помню. Если я на ней вообще ездил. Поехали. Ого, боксы как будто из машины, блядь, выезжаешь, ну, типа, с прицепа. На улицу дождь пошел. Классно, мне очень нравится напарник в этой игре. Трасса сложновата такая, я смотрю, дофига таких поворотов и резко. Помню этот поворот.
этой трассе я никогда раньше не ездил. Пока что дофига ошибок. Улучшал и поворот, и все в сраку. Да это все равно круг пилоту. Может не показывать мне, я это не за зачет еду. Куда я погнал, блять, хрен его знает. Да ёпта. Один круг еду и заезжаю. Как раз там время. Подожди, два круга, минута 35, минута 35, а я уже не успею. Назад.
Сука, опять обогнал меня. Ну, если бы я не тупил, у меня было бы лучше, наверное, круг. Я с первого сектора уже 5 десятки снимал. See if you can take the lead right from the start. You can do it. Green, green, green. Director for cutting the track. Try and respect the track limits, keep it between the white lines. Охренеть. Как там можно было срезать в обратную сторону? Бред. Раньше этой трассы не было, прикольно.
баран, блядь. Нахера было в меня ехать, если я бы отъехал? Юр. Она едет, еще поперек трассы меня дальше толкает. Fastest lap of the race. Лучший кругом. Еду на третьем месте, лучше кругом.
Не, чел, второе место я тебе не хочу отдавать. Так, ладно, все на этом, наверное. Хотя. Сказ, наверное, пока все на сегодня уже надоело немножко. Было бы больше народу, было бы веселее, но так мало пока. Ладно. Ну что ж, всем спасибо за внимание, всем, кто смотрел. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Twitch, на YouTube. Так что, всем спасибо, всем пока.